Технополь агротехнологии презентует универсальную тележку для разбрасывателя минеральных удобрений. Грузоподъемность тележки до 4 тонн. Тележка предназначена для равномерного распределения веса на грунт, чтобы его не уплотнять. Также можно использовать с тракторами малой мощности. Тележку можно устанавливать любой вид разбрасывателей. Разбрасыватели на тележку устанавливаются благодаря трем точкам – двум стойкам и винтом. На тележке есть колеса грузоподъемностью 2650 кг на одно колесо. Также есть болотники, и ширина колеи тележки регулируется от 1,50 м до 2,10 м. Болотники выполняют функцию защиты тарелок разбрасывателя, чтобы на них не попадала грязь. Также на тележке имеется смотровая площадка.